Успей поставить лайк за 3 секунды, если в будущем ты хочешь стать известным и популярным блогером. Считаю. Раз, два, три. Кто успел поставить лайк, обязательно станет очень популярным блогером. Всем привет, ребята! С вами, как всегда, Алтлей, и сегодня мы продолжаем с вами играть в эволюции в мобильных игрушках. Сегодняшняя наша игра называется Blob Runner 3D, и в данной игрушке мы с вами пройдем эволюцию слайма. Ребятки, нам нужно будет в этой игре подбирать как можно больше кристалликов, потом за эти кристаллики покупать себе новые скины и покупать себе новые шапки. У нас здесь уже есть 3 скина, которых я прикупил. Это вот такой вот фиолетовый, это вот такой вот бирюзовый прикольный цвет и самый мой любимый цвет золота. Мы с вами за каждый из этих скинчиков поиграем. Также у меня тут есть уже 2 шапки купленные, видите, шапка Санта-Клауса и шапка какая-то зелененькая. Не знаю, ребята, что это за шапочка такая, но тем не менее она у нас уже есть. Мы с вами можем еще прикупить себе пару шапочек после того, когда соберем побольше кристалликов. Давайте начнем мы с вами с первого нашего слайма, такого вот фиолетового, и с нашей первой шапки. Ребятки, эта игрушка у нас очень является популярной. В нее играет очень большое количество людей. Я думаю, что многие из вас в эту игрушку уже играли. Если вы играли в эту игрушечку, напишите, пожалуйста, в комментариях, ребятки, до какого уровня максимум вы в ней дошли. Я, получается, что уже дошел до 44-го, и тут сложность довольно-таки серьезная уже. Тут не так-то просто, оказывается, уже выиграть в данной игрушке. Мне все сложнее и сложнее тут играть. Получается, что первые миссии я проходил вообще там, можно сказать, на изи, ничего я не терял, практически всегда я попадал в десяточки, а здесь уже посложнее. Да, кстати, вот видите, ребята, здесь в конце мы с вами должны будем попасть в ту циферку, насколько наши кристаллики будут увеличены. Мы с вами попали в 5, поэтому все кристаллики умножились на 5, и мы с вами заработали 320 кристалликов. Вот такая вот, ребята, прикольненькая игрушечка. Так, хорошо, давайте попробуем побольше кристалликов собрать, побольше миссий пройти, и постараемся, ребята, сегодня мы с вами еще несколько шапочек новых тоже прикупить. Ой, главное, чтобы мы не погибли. Глядите, какое маленькое, ребята, чудовище у нас тут осталось. Какой маленький вот этот вот желейный человечек остался, да? Вот у него уже ножек нет, он ползет, просто-напросто ползет. Но все равно сейчас нам попробует принести немножечко. О, нет, тут мне, наверное, трагед, да? Ребятки, жестяк, глядите, я чуть было не погиб. Глядите, что это вообще такое? Это что за чудовище такое? Это, ребята, нубовский, короче, слайм, да? Потому что тут, можно сказать, вообще ничего не было. Хотя бы в троечку мы с вами попали, и то ладно. Сколько кристалликов заработали? 165 кристалликов заработали, неплохо. Какой-то, ребята, если честно, скинчик, ну, не очень счастливый. Давайте мы с вами поменяем скинчик, и давайте мы с вами поменяем шапку. О, прикольная шапка Мерлина у нас получается. Так, тут нам нужно побольше тоже собрать кристалликов и побольше вот этой вот жидкости, вот этих вот капелек нам нужно тоже собрать. Отлично, пока довольно-таки неплохо справляемся, кристаллики подбираем. И тут у нас... Угу-гу, ничего себе, мы сейчас с вами сделаем вот этого нашего человечка довольно-таки здоровым. Возможно, даже в десяточку попадем. Тут у нас, ребятки, видите, когда мы с вами доходим к конце до финиша и попадаем в десяточку, все кристаллики, которые мы заработали, у нас как раз-таки на 10 и умножаются. Ну уже, будет у нас сегодня десяточка или нет? Давайте мы посмотрим, ребятки. Первый раз играл я за этот скин, и он нам уже принес довольно-таки неплохие результаты. Так, осталось еще чуть-чуть желе. Да, мы с вами добрались. Наконец-таки, впервые мы с вами добрались до десяточки и заработали 640 гемасиков. Это круто. Давайте еще разочек за этот самый скинчик попробуем сыграть. Пока что, я говорю, мне в нем очень везет. Так, тут нам нужно еще часть желез собрать. Отличненько. Еще часть мы подбираем. Главное, ребята, тут нам постараться побольше желез собрать и побольше кристалликов. Еще часть желе подбираем, и еще часть желе подобрали. Ну, не то чтобы наш вот этот вот слаймик рос, но мы с вами хотя бы ничего не теряем. Так, сейчас я еще, наверное, часть кристалликов подберу. Это нам на руку только. Отличненько, кристалликов подбираем еще чуть-чуточку, и вот еще желе. Ну, тут до десяточки мы с вами не дотянем, потому что наш вот этот вот человечек довольно-таки маленького роста получился, но хотя бы в пятерочку попадем. Все кристаллики умножаются на 5. О, еще нам дают возможность открыть 3 сундучка. Ну, давайте рандомно открываем 3 сундучка, нам в этих сундучках выпали пока что только кристаллики. Тоже, в принципе, неплохо. Так, хорошо, ребятки, давайте мы с вами, наверное, поменяем себе шапку, какую-то новенькую шапочку, да, прикупим. Так, какая вам нравится больше всего? Кстати, глядите, какая прикольная шапка. А нет, не будем ее покупать, она маленькая. Яблоко на голове, это что, шапка-ушанка? Тоже не сильно смотрится. Давайте мы посмотрим что-то поприкольнее. Это у нас такая черная шапка. Это у нас красная бандана, как у ниндзи. Это нет. Какую же шапочку нам прикупить? Давайте, наверное, вот такую какую-то прикупим шапочку уже за 1500 кристалликов. Это своего рода, ребята, шапка студента, походу, да? И вот как раз-таки теперь у нас уже есть и шапка студента. Прикольно.
Так, тут нам нужно быстренько пройти, и глядите, мы с вами очень много потеряли, капец, чуть было еще и не погибли, благо, что разрулили хотя бы немножечко, да, и хотя бы немножечко все-таки у нас вот этого желе осталось. Ну, это, наверное, не желе, это какие-то капельки крови, ну, я так думаю, потому что блоб это у нас вроде как должно переводиться как кровь. Ну, в любом случае, ребята, кровь или капельки мы с вами хотя бы чуть-чуть на их уже имеем, это тоже неплохо. Так, собираем еще кристалликов побольше, дотянем мы до десяточки или нет, давайте мы посмотрим, наверное, что в этот раз уже не дотянем, друзья. Или дотянем? Ну уже, пожалуйста, дотянули, ребятки. Осталось буквально совсем немножко, но мы до десяточки дотянули и заработали 810 кристалликов. Круто. Да, это уже что-то. Это хотя бы какой-то уже результат. Давайте сейчас мы с вами поменяем себе еще скинчик. И будет у нас вот такой вот прикольный золотистый скинчик. Ой, тут главное не погибнуть. Так, тут пока вроде как выровняли ситуацию. Собираем еще кристаллики, собираем еще капельку крови. Отлично, двигаемся еще дальше, подбираем еще кристаллики. Тут у нас, видите, с каждым уровнем все сложнее и сложнее. Чуть мы с вами опять же не погибли. Да что ж ты будешь делать? Когда мне уже здесь повезет, и я вообще без труда смогу пройти вот эту вот эволюцию и до конца смогу дойти до десяточки. Блин, часть опять потерял, да что ж ты будешь делать? Ну ладненько, я думаю, что, ребятки, десяточку мы с вами не возьмем, но до пятерочки просто обязаны достать. И да, все, мы до пятерочки с вами достали, те кристаллики умножаются на 5, у нас будет с вами уже практически 4000 кристалликов, давайте мы с вами попробуем, давайте, наверное, скинчик себе поменяем, давайте вот этот вот фиолетовый попробуем выбрать, посмотрим, нет, этот скинчик сюда не идет, ребятки, нам нужно будет, наверное, попробовать другой себе скин взять, этот не совсем, а может и этот поиграем, смотрите, довольно-таки симпотно вроде смотрится, да, поначалу мне он не особо нравился, потому что, ребята, шапка ему не подходила, а здесь вроде как шапка даже подходит, наверное, нужно выбирать по цветам, если у нас с вами черная шапка. Ой, блин, вот мы с вами и погибли. Если черная шапка, то и нужно выбирать черный скин. Если светлая шапочка, значит, мы с вами будем выбирать светлые скинчики. Так, хорошо, давайте еще разочек попробуем пройти эту самую полосу с препятствиями. И желательно нам побольше кристалликов набрать, потому что за эти кристаллики будем прокачивать себе шапки, покупать новые. И вот как раз это, ребята, место, где мы с вами теряли наш сэлмайлик. Но здесь мы с вами прошли. Хорошо, подбираем еще часть нашего слаймика. И да, тут я сейчас два кусочка подберу вот этой вот жидкости. Капельки этой. Ну, наверное, до десятки, ребятки, обратно не дотянем, но до пятерочки просто обязаны дотяну. Давайте мы с вами вот эту вот вторую пятерочку выберем. Итого, сколько у нас уже кристалликов будет? Ого, ребята, 4365, неплохо. Так, опять же, давайте мы с вами поменяем шапку. Ну, давайте вот эту вот синюю попробуем прикупить и попробуем себе вот этот вот смайлик взять, да? О, тоже симпотно. Да, ребятки, тут нужно, наверное, шапки подбирать по цвету нашего слайма. Если у нас вот такой вот бирюзовый какой-то цвет, то ему подходят всякие зелененькие, такие светленькие. Если у него темный цвет, то нужно брать, наверное, черную шапку. Ну и золотистый цвет нужно брать что-то, мне кажется, такое желтое, либо на крайняк красное. Вот этот вот цвет слайма и шапка, в принципе, подходят друг к другу. О, ребятки, а здесь вот должна быть уже десяточка. Я надеюсь, что мы с вами дотянем. Мы с вами собрали нормальной жидкости. Капелек нормально насобирали. И, пожалуйста, да, ребятки, мы с вами в очередной раз попадаем в десяточку. У нас все пока что получается. Давайте, наверное, опять же поменяем себе скинчик. Выберем себе золотой и выберем шапку. Какая же к нему шапка подойдет? Ну, я не знаю, может вот такую? О, точно, давайте мы за 2000 кристалликов прикупим себе вот такую ковбойскую шапку. Тоже прикольно смотрится, да? Ну вот, ребята, вот я и разгадал смысл. Если вы играете за темный скин, выбирайте темные шапки. Если вы играете за светлый скин, то светленький. А если играете за золотой цвет, такой вот как я сейчас, то, в принципе, вам подойдет, наверное, что-то желтенькое, либо красненькое. Так, наш скин более-менее стал человеческим. Так, чуть-чуть еще побольше мы с вами капелек наберем. О, ускоряемся, еще побольше капелек. Здесь нам нужно, ребята, побольше капелек собрать, потому что как раз-таки от этих вот капелек будет зависеть... Блин, опять сбили, да что ж ты будешь делать? От капелек зависит, в какую циферку мы попадем в конце, и чем дальше мы с вами дотянем, тем лучше. Пока что попали в четверочку. У нас с вами сколько уже кристалликов? 128 кристалликов за этот уровень мы с вами набрали. Ну, это не так уж и много, ребят, но это просто связано с тем, что мы стартовали с вами довольно-таки плохо. Но так, в целом, и скинчик довольно-таки симпотно смотрится. Да, и желейки этой мы с вами нормально набрали. О, вот это, ребята, самые такие опасные ловушки, которых я не люблю. Но вроде как мы с вами чуть-чуточку только потеряли этой вот жидкости. А так, вроде как наш человечек этот, слаймик, остался жив-здоров. Так, тут нужно сейчас очень внимательно передвигаться. Хорошо, ничего мы с вами не потеряли. Сейчас еще часть жидкости подбираем. Отличненько, собираем еще кристаллики. И ну уже, отличненько, ребята, очередной уровень у нас пройден. 53 уровень мы с вами все-таки смогли пройти. Теперь давайте хотя бы четверочку тоже попадем.
Итого у нас сейчас сколько? Ой, еще и кристалл. Эти три коробки нам дали, и тут нам еще дали чуть-чуть кристаллика. У нас с вами уже будет практически 2000. Это неплохо. Вот такой вот хороший результат мы с вами показываем в игрушке под названием Blob Runner. Ребят, если вам эта игрушечка нравится, поставьте мне, пожалуйста, лайк, кто этого еще не сделал. Также, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, так как на моем канале выходит очень много роликов, и они выходят каждый день. И чтоб вы знали, когда эти ролики выходят, вам нужно обязательно нажать на колокольчик. Ну а пока что на этом все, с вами был как всегда Allplay, всем удачки, ребята, всем пока!